Всем привет! Сегодня юбилейный выпуск, и сегодня вот этих вот всех вещей вы не увидите на обзоре, потому что это, короче, такой вот сейчас вот болтология, которую я решил записать спонтанно, потому что увидел, что 10 тысяч человек уже подписаны на канал warstory.ru на YouTube. Я охренел, эта цифра случилась, и это круто. Это получается, что где-то год назад, даже чуть-чуть меньше, в конце декабря, канал пробил отметку 1000 подписчиков. Сейчас 10 тысяч подписчиков, и для меня это ценно, потому что я понимаю, что на YouTube 10 тысяч подписчиков набрать за полтора года, вот в такой вот узкой тематике, в которой надо думать, это сложно. Потому что если бы я грел шарики до 1000 градусов и кидал бы их в вату, или кидал бы арбуз 16 этажа, тут было бы гораздо больше людей. Потому что контент, который вызывает шевеление извилин, он дико не популярен на YouTube. Поэтому четко моя заявить. 10 тысяч подписчиков, вот вы, все, кто подписаны, и те, кто подписался чуть позже, это реально элита подписчиков YouTube. Это люди, которые любят историю, это люди, которые любят думать, которые ведутся не только на шит-контент всякий разный. Вот, это были эмоции, чего по делу. По делу хочу сказать каждому из вас спасибо за лайки, комменты, репосты. Это ценно, важно, и вот когда я увидел такой уже прирост под конец года, сейчас вот вы заметили, что идет, ну, по 2 видео в неделю выпускается. Да, ну, потому что это некое такое, можно назвать, вдохновение. Я охота снимать, реально показывать. Потому что видишь отдачу, видишь комментарии, народ включается в диалоги, в разговоры. Когда какой-нибудь тролль несет какой-нибудь бред, ему тут же как бы отвечают, ну, что, чувак, ты не отсюда, иди. Вот, и это приятно, это круто. Ну, в общем, для меня это, можно сказать, такой реально праздник. Ну и давайте посмотрим, как развивался канал вот эти вот полтора года, что называется, моими и вашими стараниями. Это все происходило в короткой нарезочке. Спасибо всем и каждому. Смотрим. Вот как это было, и будет еще круче. 10 тысяч подписчиков. Все только начинается.
Всем вам доброго вечера и увидимся.